Почему при покупке земельного участка необходимо знать вид разрешенного использования данной территории? Нужно понять содержание этих зон, содержание этих ограничений, после этого уже принимать решение о покупке земельного участка. Потому что, возможно, ограничения, которые установлены в отношении участка, не позволят гражданину, в общем-то, реализовать то, ради чего он этот участок приобретает. Да. Когда установленные границы личного участка соответствуют требованиям земельного законодательства? На обывательском уровне, на самом деле, гражданин исходит из того, что земельный участок на местности есть, забор установлен, да. Соответственно, вот они мои границы земельного участка. Мы же говорим о границах тех, которые, сведения о которых внесены в реестр. Как разрешилась проблема владельцев земли в приаэродромной зоне? В настоящее время, на самом деле, эта проблема разрешена. Она носила довольно-таки острый социальный аспект. Все отделались легким испугом. Об особенностях оформления земли в личное пользование рассказывает начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Найдовский. Смотрите программу «Город С» 17 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».